Так, дети, сегодня у нас Александр Блинов. Рассказы толстого мальчика. Итак, рассказ «Я родился мальчиком Сашей». Я родился мальчиком Сашей, хотя запросто мог родиться и девочкой Ирой, и соседской дворнягой Фомкой, и даже верблюдом. Тогда меня бы в школе не мучила эта Верка. Я бы легко выполнял все команды «лечь», «встать», «ко мне», а не ковырял бы задумчиво в носу. Я бы знал верблюжий язык и дальше всех плевался. Но я родился мальчиком Сашей, так уж вышло. Я родился в Москве. Хотя запросто мог бы родиться в Нью-Йорке, или на острове Пасхи, или даже в Венеции. Тогда я должен был бы всю жизнь подниматься в лифтах на эти небоскребы. Или неподвижно стоять каменным стуканом у океана. Или ходить все время с мокрыми ногами. Поэтому на всякий случай я родился в Москве. В детстве я хотел быть усатым дворником Фаридом в фартуке, космонавтом в шлеме, водителем синего троллейбуса, певцом Муслимом Магомаевым с календарика. Но не успел, я все время отвлекался и поэтому опаздывал. И ими стали другие. «Пошустрее надо быть, Сашенька», – качала головой с неба моя бабка Полина. «А теперь-то вот что?» Теперь, когда я иду по улице, и навстречу меня ведут за руку какую-нибудь девочку, Настю или мальчика Васю, а те тыкают меня пальцем и кричат во все горло: «Ой, мамочка, кто это?» Их мама смотрит на меня, вздыхает и говорит: «Да дядя какой-то». И я думаю, что это не так уж и плохо, и горжусь, что я родился мальчиком.